Вышли, наконец-то, мы на аллею. Там танки. Сейчас посмотрим. Тут памятники. Сейчас еще муж сфоткает. Уже немного утомилась. А там танки. А интересно, вот, в каждом городе разные танки стоят. Сколько их всего существует? Не знаю, по-моему, здесь другие немножко. Здесь тоже танк спрятался в лесочке. Сначала Женька сфоткает. Мы с вами посмотрим елочки. Шишек, конечно же, нету. Вот так темно, кстати. Полумрак такой. А то бы я все шишки сейчас собрала тут. Да? Какая красота. Тут имена, по-моему, на плитах, но их плохо видно. А тут танк, только к нему дорожку не сделали почему-то. Какая красота, посмотрите, а? Как красиво, боже, обожаю елочки. Такие красивые, висят. А, Женька уже сбежал. Лазить запрещено. Видимо, он стоит плохо. Там дети скакать начали. Мешают. В правилах Ютуба нельзя снимать чужих детей. Они там лезут, а как быть? Вот такой танк. А тут еще какой-то памятник есть. Так к нему дорожки нету опять. Хорошо у меня ботинки на платформе. Хоть не утону. Вечный огонь. Красиво как. Так красиво сделано. У нас в Самаре по-другому, гораздо. Но тут очень красиво, мне нравится. 42-43 год. 41-42. А, не каждая колонна. С разными годами. Там. Слушай, а там внутри буквы, Жень. Внутри круга. Кататься нельзя. Тут
дальше парк продолжается. Там уже брошенный такой более. Сделали только тут немного ремонт и все. Сейчас я с ракурса. Детская площадка. Советских времен. Классно. Там туалет советских времен. Здесь не сразу заметила. Дворец спорта Волгарь. Красивый какой. Крыша еще была заметна издалека. А какие окна, посмотрите. Представляете, когда там светит солнышко? Там очень красиво и светло. Ступеньки, плиточка советских времен, постройка советских времен. Очень красиво. Что-то у нас в Самаре такого нет. Почему-то. Надо поискать. А там у нас итальянский сквер, что ли. Забыла я. Что там итальянское. Красиво. Я люблю такие большие окна, когда много света проходит в домик, в квартиру. Когда светло-светло, когда солнышко заходит. Смотрите, фонтан. У нас сейчас ноябрь, середина ноября. И тут фонтан работает, нифига себе. Я всегда думала, что фонтан может это, ну, не включает, потому что замерзнет вода в трубах там. Ну, я не знаю, по какой причине. А тут работает. Так необычно. Такая плиточка желтенькая. И, видимо, ее было очень много в советские времена. Девать было некуда. Колонны. Сейчас поближе подойдем. Как прекрасен шум воды. Как водопад. Там дети? Тихо. О, там монетки. Монетки там. Заставила меня Женька идти по этой грязи. Сейчас я... Сейчас вы будете наблюдать, как я тону. Ай-яй-яй. А земель это земелью так пахнет. Он стоит. Фоткает. На цыпочке аж встал. А я думаю, канава что ли здесь. А здесь что-то было, смотрите. Брошенная какая-то. Фонтан, может быть. А, бассейка. Бассейн был тут. Трубы вон, мусор, конечно же. А тут красивый особняк, его загородили зачем-то. Водишь меня по каким-то местам странным, с грязью. Тут вот часть видно, почему он закрыт, непонятно. Может, он строится, скорее всего. Который построился. Трава какая зеленая. А еще цветочки. О, цветочки еще, смотрите. О! Ну-ка, сфокусируй. Цветок. Цветочки еще даже есть. О, земля пахнет ароматно.
сырая, промокшая земля. Машин мало. Сегодня у нас воскресенье. Да, она, видимо, строится. Опа, батюшки, я даже на дороге оказалась. И как-то я так умудрилась. А тут стадион, по всей видимости. Тоже советских времен, напоминает эти фонари, или как называется. Красивая такая. Белая такая. Часы. Сколько у нас? 3:00 доходит. Как раз мы рано сегодня проснулись. 8:30 где-то. Тут сквер. Ой, парк, вернее. Был, пропал. Это, оказывается, католический храм. Вот, написано. Ну-ка. Вот, написано. Католический храм, оказывается, это. И, кстати, даже время приема.